Вот куда мы пойдем. Всем привет! Сегодня мы домашние веселушки заехали в замечательную пиццерию. А называется она «Пицца Итальяна Густоза». Самая вкусная пицца, которую мы когда-либо ели. Мы не врем. Никогда. А видите, как здесь здорово? Все можно. Можно даже книжку подергать. Уно поиграть. Я капучино, да? И я. Детям нравится. Ой, как Лизе нравится. Лизе руккола нравится. Сейчас мы будем самую вкусную пиццу есть. Завидуйте. Ну, какая пицца у Глеба. С чем у тебя пицца? У меня пицца с грибами. Вообще шикарная. Мишель готовит лучше всех. Он добавляет такое количество томатов. Просто, ну вот, где бы я пиццу не ел, в какой бы стране мира. Да. Мишель самая лучшая, да. А у меня с чем пицца? Да, прошу, декорта. Там идет... Давайте с пармезаном. Прошу, декорта. С ветчиной, пармезаном и рукколой. Очень вкусно. Вкусняшку Лизе принесли с клубникой, ванильным сахаром и еще чем-то. Будешь пить вкусняшку? Что сказать, что это вкусно, это ничего не сказать.